Подробнее о новом витке китайско-белорусской дружбы мы поговорим с нашим гостем. Это Алексей Полехкий, академический директор Центра публичной дипломатии. Алексей, приветствую вас. Приветствую вас. Итак, на границе зимы и весны Лукашенко уже ездил в Пекин. Более того, тот визит носил высший статус в дипломатии, он был государственным. Насколько это вообще можно понять, что в один год человек совершает и государственный, и рабочий визит? И тем более в такую страну, которой, ну, есть чем заниматься, как КНР. Для Лукашенко не так много стран есть, в которые он вообще может поехать. Для него это очень важный визит. То есть это возможность продемонстрировать то, что он лидер, которого принимают на высшем уровне мировые страны. То есть он не изгой, которого не признают, а который представляет страну. Поэтому, конечно, для него поездка в Китай, она имеет как бы два таких направления, внешнее и внутреннее. То есть для внутреннего пользователя он покажет то, что он вот лидер, который котируется. Но а технически Китай для Лукашенко это очень важный партнер, прежде всего и экономический, и политический. При этом политический во многом еще и как страна, которая может хоть как-то сбалансировать давление Москвы. Потому что все-таки Лукашенко не очень комфортно быть в ситуации, ну, такого полностью зависящего от Кремля вассала. Поэтому он пытается в меру тех возможностей, которые у него есть, а их немного, в общем-то, как-то выстраивать свою игру и балансировать. Это не означает, что этот визит, он является каким-то, знаете, в пику Москве. Я думаю, все было достаточно согласовано. Здесь не будет каких-то глобальных выводов. И, собственно, скорее здесь Беларусь будет выступать в качестве такого же помощника России. Но, тем не менее, для Лукашенко это важно и как возможность, ну, укрепить свою субъектность в отношениях с Кремлем. Второй момент – это экономика. И здесь Китай для Беларуси имеет большое значение. Это 7-й торговый партнер. Это достаточно, ну, пусть небольшие, но для Беларуси все-таки какие-то инвестиции. Это сотрудничество, которое было начато, допустим, есть этот центр китайско-белорусский, технологический парк и тому подобное. Поэтому здесь Лукашенко, у него не такая, скажем так, прекрасная ситуация и в экономике в том числе, и здесь возможности каким-то образом получать какую-то поддержку, это важно. Для Пекина, я думаю, тут, ну, как бы, конечно же, Беларусь не является каким-то очень важным партнером, но тем не менее Китай пытается все-таки работать с большим количеством стран. Китай, как мы видим из сообщений после этого визита, уточнил, что очень важная часть Беларуси именно в проекте «Пояс и путь». Я думаю, что стратегически Китай понимает, что Беларусь так или иначе после того, как какие-то перетрубации произойдут, собственно, возможно, в Москве и даже в Минске, но стратегически Беларусь остается достаточно, ну, таким важным транспортным коридором в Европу. Сейчас этот коридор, он фактически заблокирован, но тем не менее какие-то возможности на будущее, я думаю, Китай здесь тоже видит. С точки зрения политического, ну, мы можем заметить, что, допустим, Си Цзиньпин сказал о том, что они готовы поддерживать активно Беларусь там, в ООН и в Шанхайской операции сотрудничества, но, например, он ничего не сказал о БРИКС. То есть здесь видно, что, ну, Беларусь не является такой большой и важной ключевой страной. А детали переговоров, которые были между Лукашенко и Си Цзиньпинем, ну, пока, по крайней мере, нам не особенно известны. Я думаю, что какие-то будут данные, ну, как бы, скорее всего, большая часть таких технических переговоров и тех вопросов, которые были важны для, прежде всего, того же Лукашенко, ну, пока мы не узнаем. Удачи. Алексей, давайте к цифрам. До визита, вот того зимнего визита Лукашенко в Пекин,
Пекин вкладывал в белорусскую экономику 100 миллионов долларов в год. Насколько я помню, это примерно такой ритуальный чек, который Пекин выписывал странам, которые, ну, не очень им интересны, но надо с ними дружить. Вот, например, в 21-м, довоенном году, в Украину они вложили 260 миллионов долларов. Для такой гигантской экономики, согласитесь, деньги смешные. После визита Лукашенко они вложили 3,5 миллиарда долларов. О чем же они там договорились? Да, это важные как раз цифры, потому что тут вы правильно заметили, что это показывает увеличение экономического сотрудничества и увеличение зависимости Беларуси, потому что фактически сейчас Китай стал ключевым, можно сказать, таким донором, ну, после России, понятное дело. Я думаю, что вот так же, как почти год назад были разговоры, насколько здесь Беларусь может стать таким, знаете, подбрющим для России с точки зрения ВПК. То есть, и я не исключаю, пока у нас данных все-таки нет, что именно, какие технические переговоры были, но я думаю, что поддержка, в общем-то, промышленности для Беларуси с Китая возможна. И с одной стороны это поддержка, с другой стороны это и возможность для китайского импорта увеличить свое присутствие в Беларуси. Пока мы не знаем, о чем они конкретно, потому что никаких документов, никаких технических договоров. Более того, обычно, если страны занимаются какими-то инвестиционными там, сотрудничествами и тому подобное, то есть ряд людей, которые подписывают технические вопросы. С белорусской стороны мы видим только Лукашенко, то есть в медиах и тому подобное, поэтому во многом это, знаете, такая соло одного игрока. Дальше вот то, что будет в течение, ну, следующих месяцев, вот когда мы увидим, какие начались работы, какие визиты, какие-то соглашения конкретные между там, предприятиями и тому подобное, мы сможем оценить, собственно говоря, какая здесь стратегическая, ну, линия будет, ну, была вчера оговорена. Но то, что Китай может инвестировать именно в промышленность Беларуси, то, что это могут быть какие-то производства, связанные, может, напрямую или нет, с ВПК, это вполне возможно. Деньги и гарантии личной безопасности. Вот два вопроса, которые более всего интересуют самопровозглашенного президента Беларуси во взаимоотношениях с Китаем. Об этом в эфире нашего телеканала Freedom заявил белорусский политик и представитель Координационного совета демократических сил Беларуси Валерий Мацкевич. Для Пекина, по мнению Мацкевича, Минск в первую очередь был интересен как хаб для поставок в Европу. Но теперь это окно закрылось из-за миграционного кризиса и репрессий. Таким образом, Лукашенко стал не частью решения китайских вопросов, а проблемой. Возможно, во время встречи с Си белорусский диктатор пытался убедить визави в обратном, отметил белорусский политик. И, Алексей, о безопасности давайте. Вот господин Мацкевич сказал нам о том, что гарантии безопасности интересуют, личной безопасности интересуют диктатора Лукашенко. А что может сделать Пекин? Вывести его на вертолетах, как когда-то Януковича вывозили из Украины? Или что он может ему гарантировать лично? То, что я говорил в самом начале, для Лукашенко это возможность каким-то образом хотя бы сбалансировать полную зависимость от Москвы. И здесь это прежде всего, ну, определенная политическая поддержка, потому что все-таки, ну, так или иначе, Пекин имеет влияние на Кремль. И кто, каким образом Кремль может вести себя с Лукашенко, ну, так или иначе, Пекин на это может повлиять. Я думаю, Лукашенко прекрасно понимает, что вся вот эта сильная власть в Кремле, она, ну, имеет такие шаткие основания. То есть она сильна сейчас, она может очень сильно пошатнуться в какой-то из моментов. И то, что будет происходить с ним при определенных кризисных процессах в России, это большой вопрос, потому что фактически, ну, Беларусь сейчас полностью зависима от России.
Соответственно, для него возможность, ну, не только лично в смысле спасения на вертолете, но возможность получить определенное заверение в гарантиях в том, что Китай будет продолжать поддерживать режим Лукашенко, то, что Китай будет каким-то образом лоббировать определенные, ну, скажем так, интересы Лукашенко и по отношению к Москве, и в целом, как, скажем, как сторона, которая легитимизирует Лукашенко как правителя. И здесь это важные вещи. Ну и, конечно, вы абсолютно правильно сказали, это вопрос денег. То есть, если у Лукашенко будут какие-то инструменты экономические, то ему будет гораздо легче удерживать власть. Соответственно, пока он делает все возможное из того минимума, в общем-то, его возможностей, которые у него есть. Потому что больше искать какую-то помощь где-то у Лукашенко нету фактически, ну, наверное, никаких больше вариантов. А какова стратегия Пекина в отношении других, скажем так, соратников Путина, его сторонников, зависящих от него режимов? Как Пекин действует в этом смысле? Ну, даже если взять там пространство ближайшее к России, трудно назвать абсолютными сторонниками Путина лидеров Центральной Азии, но тем не менее, как действует Пекин вот во всем, что как-то касается Путина и его тех стран, которые с ним в более-менее каких-то отношениях? Ну, Центральная Азия – это совершенно другая ситуация, потому что здесь у Пекина абсолютно четкие личные, как бы, ну, собственные интересы. То есть здесь произошло очень большое изменение в том, что если все-таки раньше Китай принимал ситуацию, что он является там уже ведущей экономической силой, но поставщиком безопасности является Россия, то за последние годы, а особенно после 2022 года, эта ситуация радикально поменялась. То есть Китай стал не только поставщиком, как бы, инвестиций и вообще экономического определенного развития и зависимости, но и безопасностного. Мы видим, насколько вырос уровень и военного сотрудничества. То есть Китай, во-первых, поставляет определенное вооружение там, и Узбекистану, и, допустим, в Таджикистан. Мы знаем о военных базах в Таджикистане. Мы видим, насколько Китай абсолютно игнорирует Москву в своих контактах с Центральной Азией. Здесь был ряд встреч именно центральноазиатских стран с Китаем. То есть раньше все-таки здесь бы каким-то образом могла присутствовать тень Москвы. Сейчас этой тени, ну как бы она есть, но уже за пределами переговорных комнат. Этим пытаются пользоваться, конечно же, лидеры и центральноазиатских стран. Они пытаются балансировать и дистанцироваться от Москвы. Не полностью, потому что зависимость полная от Китая для них тоже проблематична, поэтому они используют еще вот эту, ну, скажем, присутствие России в регионе как такой балансир. Но они прекрасно понимают, что этот балансир абсолютно несопоставим по весу. Соответственно, здесь по умолчанию, можно сказать, Кремль отдал Центральную Азию во многом на откуп Китаю. Да, есть так или иначе возможности влияния, это и экономические, это количество людей, которые с региона работают в России, и это определенные все-таки вопросы безопасности и поставок вооружений и тому подобное. Ну, это история, которая была долго еще с советских времен, но она меняется, меняется очень сильно. Я думаю, это вопрос тоже, ну, буквально ближайших лет, когда фактически влияние России в Центральной Азии может оказаться, ну, знаете, наравне с любым другим региональным игроком, таким как Турция или Иран. Что ж, благодарю вас, Алексей, за этот разговор. Алексей Полехий, академический директор Центра публичной дипломатии, был гостем нашего эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.